Нам поставили магнитолу на Android из нашей новой серии, серии FX. Сейчас вам продемонстрируем. Камера заднего вида по традиции в плафончике подсветки номера прекрасно стоит, прекрасно показывает. Сейчас вам тоже продемонстрирую. Новый аппарат серии FX. Очень яркий экран, просто сумасшедший. Подсветочка кнопок RGB, любой цвет. Естественно, это тач-кнопки, громче, тише, все это работает. Как работает камера заднего вида? Включаем реверс. Видим камеру заднего вида. Очень качественное изображение. Невероятно. Красиво, прекрасно. После выключения передней и задней камеры у нас включается автоматически передняя камера. Изображение тоже очень качественное. Видно края бампера. Нижние, да, и... Ой, верхние. Нет, 8 секунд. 8 секунд прошло, да, ее можно руками включить. Видно края и, в принципе, ну, легко сориентироваться. Да, понятно вообще, что показывает камера. Куда мы подъезжаем и что делается. Камера, опять же, включается либо после реверса на 8 секунд. Включили заднюю камеру, включили переднюю. Либо принудительно, соответственно, с кнопочки. Значит, Яндекс.Навигатор. Естественно, он у нас говорит, показывает все как обычно. Очень приятные цвета, очень яркий экран, опять же вам говорю, надо будет делать его потише. Значит, как удобно пользоваться? Громкость на руле у нас регулирует громкость, например, сейчас радио. А в момент, когда Яндекс нам что-то говорит, например, Сбербанк. Кнопкой громкости мы можем регулировать маршрут построен. Громкость голосовых подсказок. Тут оранжевый фон. Да, то есть можно сделать ее, в общем-то, потише и погромче через относительно, поверните направо, относительно обычной музыки. Выключается, и теперь будет обычная громкость. Режим двухоконности у нас работает. Например, слева у нас Яндекс.Навигатор, справа у нас, ну, в данном случае, музыкальный проигрыватель. Нажимаем кнопочки, какие-то там песни. О, пчела-пчела, вот наш любимый. Пчела-баф. Пчела-баф, урод. Непонятно. Ну, такие песни присутствуют здесь. Добро, дава. Ну ладно. Ладно, работает, такая функция работает. Растянули на весь экран, все прекрасно. Далее, по звуку. Например, открываем приложение радио. Нажимаем эквалайзер. И видим здесь огромнейший эквалайзер. Естественно, есть пресеты. Есть баланс справа-лево. Да, все понятно. Тон компенсация. Фильтры среза и эквалайзер. Огромный эквалайзер. Это вы уже, наверное, понажимали, нет? Это я понажимал, значит. Многополосный. Любые полосы можно делать. Под ваш вкус и цвет. Это же я, наверное, выбрал там этот как поп-джаз. Давай сделаем обычный. Вот. Яркость экрана можно выключить. Нажатием на кнопки можно включить. Такая вот штука. Кнопочки на руле, штатный мультируль программируется. Все работает как надо. Яндекс.Навигатор запрограммировали на кнопку быстрого доступа. Штатный USB работает. Запасной USB в бардачке. Слот под 4G сим-карт у нас тоже в бардачке. Большого размера. С вами был интернет-магазин ПК Авто. Обращайтесь к нам. Такие аппараты рекомендованы к установке.